Мне казалось, что все-таки они на c4 больше шансов. Там поставить по-быстрому. Там тоже можно. Ну вот там в начале конь d2, если вот прежде чем шампрайд. Да, но ты можешь там даже, мне кажется, типа на 6 может пытаться держать, там f5. А, ну, может. Но я просто хотел брать. Ну, я просто считал, что здесь ничья должна. Мне кажется, он все-таки должен держаться. Ну, неприятно все-таки. Да, но мне кажется, вот здесь-то есть очень ничья. Я думаю, что не надо какая-то точность 4. Может, я зря опять же 4 значит. Как-то надо переезжать, не контроваться. А, почему так? Не, ну, может быть, мне надо так. Не, ну я понимал, что тут очень близко к ничьей. Да, ну, конечно, противный. Там противный, да, противный. Я поэтому хотел сразу ничего делать. Так, не, ну, это правильно, да. Да, ну, может, фактор а тут вроде бы не так хорошо. Ну, это 4. Может, даже так пойти. Так обратно. А, так я думал, да. Ну, пальчик какой-то дурацкий, значит. Может, какие-то ходы усиливающие. Ладья d4, ладья e4 пойдешь. Так, ну, вот как я так вот говорю. Да, так, так. Ладья e2 e4. Тоже неприятно. А, ты конкретно начнешь стреляться. Может быть, успеешь как-то. Понятно, что тебе. А тут? Может, успел? Ну да, ты можешь, конечно, как-то. А тут уже, может быть, успел. Может, успел. Ну, может быть, нет. Позиция козявы мне приятная. Ты можешь потом сидеть. Чтобы твоя цель. Ну же опять я думал, что неудачный ход. Да, но как-то. Но ходов не видно, да. Прямой какой-то, потому что не может так, ну как-то усилишь, наконец, три уже. А, вот здесь какие-то там заходы, вот здесь 4, как противно, страшно здесь. Может, может, там еще везде такая идея была, да, как-то сдать. Неприятно, я только хотел форсировать ничего. Не, ну может быть это. Может не надо f4, может как-то все так вот, я думаю, противно. Так, да, и как-то теперь должен сюда. Как пытаться на контр-игру вот это 7, конечно, это вообще. Не поэтому я думал все-таки так. Не, ну я, честно говоря, вот так, я все время считал, я не мог найти здесь, пусть, потому что, ну, офигенно, не я знаю, видел, может, да. Шанс есть, но ничего. Я думал, что он ничья. Я думал, что ничья. Взял, за 4. Да, правильно, да? Потому что я короля не тоже успел. Мне еще даже короля сюда трогать. Я не уверен, что я спасаюсь, если я ставлю короля. Но я не уверен, что я вообще ставлю. Я не уверен, да, что я спасаюсь. Не, ну я считал, вот это считаю, это длинный вариант. Я-то издалека, когда пошел, я считал. People expect me on a line. Yes, yes. No, we just felt really good that we know. Не, понимаешь, я думал так изначально, мне показалось, что все отлично, все составится. Так, так. Неожиданно. Вот я не знаю. Ну, здесь он еще должен сделать. Так, неожиданно здесь проблемы. Я думал так и думал, что все нормально. Слушай, наверное, тут по-другому. Не, я хочу, что где-то короче два пони в приводе и два. Ну, все-таки шанс ничего хорошего, если я закреплюсь. Нет, так проблема в том, что это конкретно так, хочешь, я должен ходить так, помню. И теперь я думал, что все, ничего, и тут неожиданно так, да, страшно, неприятно. Вот такой рисунок, потому что иначе это ничья, шаг короля, не взял в воде E2, я взял на А7. А после воде C5 что-то я тут не нашел, потому что, я не знаю. Я даже сидел, считал, может быть, такой, я сейчас на 4 короля тайм, я не знаю, там D4, но вполне успеваю. Ну, в общем, я тут все время спалил после воды D4, не видел. Поэтому я, конечно, пошел воде B8, я так обрадовался, но радости. Мне казалось такой чисто технически надежный. Не, ну взял, это надо правильно. Я думаю, подожди, вот так, я думаю, может пойти. Может быть так, конечно, тоже неприятно. Сейчас 4. А? Да. Там вот я не знаю, да. Может, я успею 6 шагов. А мне успею. Чем матрица, 6-7, 8 взял, шел сюда. Так,
Ладья F3, ну, все же. А, ничего сделал. Ну, не, ну это может тебе. Ну, как не, ну а так 3 как-то уже очень, конечно, пускать вторую ладью. Не, ну я считал, что каждому приятно, конечно, играть. Считал, что так. Так. Может быть, мне надо было ладью переделать. Все-таки Е6 надо пойти. Ну, я, может, успею таки пойму сначала. Я не знаю, эту ладью. Короче, может пойти, я мог пойти. Так мне казалось, большего смысла нет почему-то. Ну, за себя. Значит. Не, ну понятно, да. Нет, ты можешь шах карандашся, конечно. Или просто карандашься. Я думал, что в подвижном состоянии когда останется. Может, успеешь как-то, слушай? А, он же 4 может становиться. О! Где здесь? Ага. Значит, он шикарно стоит. Держит просто все. Ну он держит, но у тебя пешка может просто бежит. Тут как-то уже. Ну, то есть ты пока можешь так, чтобы H3, чтобы я по 3 что-то там. Наш ты здесь не зашел, мат тоже. А, да. Нет, тяжело пройти. Не, я все время думал, что ты что-то хочешь такое устроить где-то. А тут так, да. Там же часто просто. Да, я. Поэтому нет, я считал, что должен на какой-то контр пытаться идти. Да, но понятно, что конечно, ход очень неудачный. Ну да, да. Конечно, неудачно. Не, но я зернул вот здесь 4. А. Я зернул, что здесь мат 14. Это может, у меня еще какой-то был так, что-то, по-моему. Да, я видел. Но я могу так пойти взять и опять гнать друг. Сонно надо было. Да. Спасти. Не, ну поэтому мне кажется, так я единственный. Ну да. Да, не, ну я думал, вот это случайно. Должно по-моему. Ладья с небом. А, ты же связан. На что хочешь? А ты что хочешь? Ну, пожалуйста. Я прислушаю так. Ну, правильно, король F8, но и на лед. Ну да, но я же так хочу, да? Но я тоже не успеваю, потому что так ты хочешь. Он же без этой пешки тоже как-то выиграл. Не, ну без этого очень. Не, ну если ты выкрутил, да. Но проблема в том, что я не успеваю на темп, потому что если куда-то сюда, то ты под шахту, а если сюда так, то ты успеваешь так. Если бы не так, то может я пешку-то отберу, или не знаю. Может, все равно нет. Какой-то этюд просто. Ну, какие-то этюды. Ну, я уже пытался, но там не получается. Дикий этюд. Не, а так вот Е4, я считал, что просто, наверное, выиграно довольно несложно так. А, мне не так понравилось. Ну, я подумал, как-то возьмешь, понятно, 3. Правильно, ладья 1+. Ну, кроме, конечно, просто опять выиграно, а то уже просто. А, да, я забыл про ладья 1+. Не, ну, в смысле, что я могу еще здесь пытаться, ты как-то там двигал, вот такая. Да, ну, все, она, по-моему, выиграна. Техника все-таки нужна еще. Ну, минимально. Ну, да, какая-то еще нужна. И какие-то шансы еще есть. Ну, как-то нужно прыгнуть какой-то, не знаю. Ну, точно нет. Точно. Скорее всего, пройдем. Ну, да, я понимаю, что... Нет, с выгодной позиции на такой идти все. Да, но мне кажется, что здесь шансы-то были. Что если мне по очень странно. А. Я не знаю, ну да, может я хотел вас настроить заново. Не, ну лучше так, если ты пошел король F7, у меня же тут куча возможностей. Во-первых, я же как-то типа так могу попробовать, как подлежать. Да, я думаю так. Сейчас, да. Не, ну я как уже... Не, ну то есть так-то красиво, я не знаю, еще могу так и так, но хорошо, допустим, так. Не, 13. А мне казалось совсем, знаешь, мне казалось ни одного шанса. Мне как раз очень обрадовался. Я очень обрадовался, когда ты мне дал шаг. Я думаю, как раз легче выиграю пальцы. Не, ну так вот, давайте. Может быть, не должен быть. А что, правда, это шикарно стоит, по-моему, или нет? Не, ну поддержка. Ну или так, о, так, может, совсем сильно. Так это. Ну шаг там дал, слона плюнул на F6. Все тут хорошо. Как раз король пошел. Не, ну да, вроде хочется отрезать, да? Ну да. Хочется. Не, ну вот здесь где-то ясно. А мне казалось, было нет. Почему? Не, ну в смысле, я не знаю, во-первых, могу просто, я думаю, типа на C3 отойти. Хоть я как-то подшагиваю. Слона начал доминировать, потому что такой шанс. Да, может быть, так надо. Ну, слон F8 мне не понравился все равно. Но как такое не F3, то есть я как-то закрепился, но пешка сейчас пройдет. Потом вернулся. Ну хорошо, пока я не поставил, что-то чужой гнать здорово или